Для всего мира зимняя Олимпиада в Пекине началась сегодня. Для национальной лыжной сборной все самое интересное стартует завтра. Программу лыжного турнира откроет женский скиатлон. На старт выйдет наша Юлия Ступак. Впрочем, назвать эту дисциплину короной для российских спортсменок сложно. На Олимпиаде 2018 Ступак закончила гонку на 18 месте. Между тем, болельщики и прежде всего из родного для Юлии Ступак Сосногорска верят в свою землячку и вышли ее поддержать на лыжню. Именно здесь, на сосногорских трассах, когда-то и Ступак начинала свою спортивную карьеру. Алексей Корчма продолжит. На старте весь спортивный Сосногорск. Этот турнир организовали специально в честь именитой землячки. Ничего, что до Пекина почти 5000 километров. Здесь уверены, поддержка земляков поможет Юлии Ступак на китайских трассах. У нас сегодня проходят лыжные старты в поддержку нашей олимпийской сборной. А в частности, нашей известной землячки Юлии Ступак. На старт вышло порядка 80 человек всех возрастов. И я уверен, что в будущем это наши олимпийские чемпионы, которые продолжат эту добрую традицию. За свою воспитанницу переживают и супруги Ветровы, первые наставники Юлии Ступак. На лыжи Юля встала в 9 лет. Уже в 19 вышла на первый международный старт. В 22 стала первой на Кубке мира. Потом две олимпийские бронзы на Олимпиаде 2018 года. И вот вторая Олимпиада. И снова уверены Ветровы. Юля не подведет. Мы ей желаем всего-всего-всего. Мы ее любим. Мы за нее будем болеть и молиться. Поэтому пусть бежит и знает, что город, и мы, и дети все болеть будем за нее очень сильно. Успехов ей. Я думаю, что мы ждем от нее призового места. Наших лыжников на Олимпиаде поддержал и глава республики Владимир Уйба. 4 февраля стартует главное событие этого года, спортивное событие, зимняя Олимпиада в Пекине. От республики в Олимпиаде примут участие два наших выдающихся спортсмена. Это Илья Семиков из Усть-Илимского района и Юлия Ступак, наша замечательная лыжница. Мы будем абсолютно все болеть и за Илью, и за Юлию, и желаем только побед. Ну и вообще, просто, ребят, выложитесь так, чтобы утереть нос всем соперникам, которые выйдут на лыжню, и чтобы видели только вашу спину. Всего лыжники разыграют 12 комплектов наград в 6 женских и мужских дисциплинах. Юлия Ступак ориентировочно заявлена на все гонки, кроме марафона. Сегодня она одна из лидеров национальной лыжной сборной и бесспорный любимчик всех российских болельщиков. Алексей Корчма, Виктория Палкина, Полина Бастракова, Евгений Юрин, телеканал «Юрган», Сосногорск.